Современные исследователи Менделеева в последнее воскресенье мая свой профессиональный праздник отмечают химики. Без этой важнейшей науки сложно представить развитие многих сфер жизни. О том, как значима химия в топливно-энергетической промышленности, хорошо знает старший лаборант физико-химической лаборатории номер один «Газпромнефть Ноябрьснефтегаза» Елена Юшкевич. В лаборатории Елена Юшкевич работает без малого 15 лет. Правда, начинала она свой трудовой путь в образовании. Несколько лет преподавала школьникам математику и физику. А в лихие 90-е кардинально сменила вид деятельности и ушла в нефтянку. Признается, что ничуть не жалеет, хотя работа у химика не из легких. Суть моей работы заключается в выполнении определенных видов анализов, в оформлении журналов, ведении документации и организации рабочих мест. В современной аккредитованной лаборатории занимаются сложными химическими анализами нефти, пластовой и сточной воды трех месторождений Западно-Ноябрьского, Среднеитурского и Спорышевского. Сейчас я вам покажу, как мы определяем процент воды с выхода, которая поступает с УПСВГ. УПСВГ – это установка предварительно сброса воды и газа. Я определю, какой здесь процент воды в этой нефти. Этот аппарат называется АКО. Аппарат количественного определения воды. Вот у меня колба, ловушка и холодильник-приемник. Сейчас я это поставлю, включу, и через час у меня анализ будет готов. Время в нефтегазовой отрасли многое поменяло. Эти изменения коснулись и химических лабораторий, которые сегодня оснащены по последнему слову техники. Современное оборудование существенно облегчает работу химиков. Елена Васильевна с гордостью демонстрирует хроматограф. Вот этот прибор, который называется хроматограф. Это прибор очень хороший, прибор нового поколения, в котором заложена программа, и который нам выдает результаты анализа по кальцию, магнию, калию и натрию. Все это выпускается через принтер. Все это главная особенность его, что нужно быть очень грамотным, чтобы пользоваться этим прибором. И каждый день Елена Юшкевич доказывает свою профессиональную состоятельность, справляясь с поставленными задачами на отлично. Но главное, что даже спустя 15 лет она каждый день делает в своей работе удивительное открытие, которое остается интересной и любимыми уже многие годы. Оксана Балун, Оксана Зайчукова, Григорий Куроптев. Новости нашего города.